мы находимся в Солнечной долине. Сегодня здесь проходит один из этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Мы катаемся на крестильном подъемнике, нам это очень нравится. Сейчас мы поднимемся на вершину, вот он спустимся и покажем вам, собственно, что там будет происходить. Яна, Костя, Маша, сегодня мы с вами.